страницах нового номера единственного отечественного хип-хоп-журнала Rhyme Magazine вас ждут история успеха казахстанского хитмейкера Джакалиба, главная интернет-сенсация прошлого года Мияги и Эндшпиль, рубрика молодых талантов Young Blood, а также яркие фото горячих красоток в крутых кроссовках. Если у тебя до сих пор нет нового номера, спеши заказать его на официальном сайте rhymemag.com или в социальных сетях журнала. Парни, мы с вами в прошлый раз виделись в сентябре, то есть там прошло 4-5 месяцев, это немалый срок, вы все это время катались в туре. Ну и расскажите теперь, пожалуйста, как дела обстоят теперь? Очень круто все на самом деле, очень плотный концертный график, мы довольны, люди довольны, самое главное. Вот только что отбомбили концерт в клубе Red, sold out, как бы радует глаз каждый раз. Мы приезжаем, люди встречают нас с позитивным вайбом. И это не может не радовать, да. На самом деле радует то, что совсем недавно был тур в прошлом году, который типа новая волна, и поэтому было понятно, что будет солдаут и все дела. Ну и ты не понимал, что тебя ждет дальше, так как сейчас Новый год, и мы выступаем опять с новой программой, скоро будем выступать. Сейчас пока типа, ну, типа то же самое, тут те же солдауты, и ты думаешь, блин, как это круто. На самом деле это очень заряжает. Многие говорили, что есть такой вариант, то, что вы типа больше не будете так собирать. Первый тур, понятно, но типа второй будет посложнее. Но благо все идет как надо, мы очень рады. А сколько концертов вы уже успели дать в этом году? Ну, уже более 80. А, не, в этом году это в прошлом. 80. Оставь эту цифру, я уже хочу побыстрее забыть. Так, у нас это вместе с этим седьмой получается. Седьмой концерт, да. Седьмой или шестой. А так, да, уже месяца 2-3 расписаны города, как бы. Есть над чем работать, это не может не радовать. У вас даже в Москве, по-моему, это один из концертов. То есть у вас несколько. Да, следующий будет в Джипси, 8 марта, по-моему, если не ошибаюсь. Потом в Казань, потом. Да, в плане в Москве будет еще два концерта в марте. Ну и главный вопрос, который интересен, наверное, не только мне, а вообще всем. Где альбом, пацаны? Какого хрена февраль заканчивается? Я знал, что. Короче, в общем, так вышло, наш звукарь, ну, наш близкий. Ну, короче, это. У него проблемы со здоровьем, и немножечко из-за этого мы задержали релиз альбома. И он лечится, короче, там месяца два ему нельзя работать. И только из-за этого, короче, мы стопорим релиз. Но все будет в лучшем виде, мы работаем каждый день. Вот каждый божий день мы работаем над альбомом, над новыми треками, над видосами. Мы готовим клип к релизу. Я думаю, все будут довольны, да. Это очень, ну, такой сильный материал. Мы более года уже где-то пишем этот альбом. Ну, хотим вывести на новый уровень свое творчество, как бы, и показать людям, слушателю, да, новое, хотим показать, что, на что мы способны. Я думаю, всем понравится. Это очень нормальная, здравая движуха. Отвечаю вам. Слушайте меня, агент. Я присоединюсь к Азамату. На самом деле проблема такая серьезная, можно сказать. Ну, звукарь — это все для нас. Потому что мы изначально с ним двигались, как бы не хочется и... Да, расходиться. Хочется сказать ему, да, да, выздоравливай, да, это, здоровья тебе. На самом деле это... Тяжко, на самом деле, но... Мы за него все переживаем, это очень близкий нам человек, он очень много для нас делает. Да, ну, путь становления, допустим, ну, элементарно, ну, с ним проходил, мы поднимались вместе. Я не вижу ни одного человека, ну, не видел, ну, по сей день, который сводит на таком уровне, как. Тут прикол в том, что он нас сводит давно уже, да, и он знает нас просто... В общем, на вопрос, ну, в двух словах об альбоме я могу ответить, что вы его услышите месяца 2-3, наверное, нам нужно, ну, реально. Если по срокам, я не люблю, конечно, эти сроки озвучивать, но, скорее всего, 2-3 месяца, пока человек не восстановился, пока ему нельзя работать, лучше тормозить процесс. Такой альбом можно ждать и... Побольше. Да, да, на самом деле согласен. Нормально. Детоксом не станете новым? Не-не-не, все с криптонитом новым, да? Не, все нормально. Вы, друзья, наверное, этого не слышите, но у нас за дверью происходит просто вакханалия какая-то, вот толпа. Я не люблю треки Носкова, он крутой чел. Ну странно, да. Но не сегодня, да. Зачем? Как бы можно было покричать бис, мы бы вышли, да ладно. Может быть, они вам показывают просто, что у ваших слушателей неплохой музыкальный вкус. То есть они еще в чем-то шарят. Сейчас они киткади начнут ебашить, да? Короче, вернемся к делу. У вас команда немножко расширилась, как я понимаю. У нас с нового года, диджей, да, самый крутой в мире. Диджей Нерак, очень перспективный
молодой человек. Диджей Мэг, ну, как бы мы вместе все... Команда, на самом деле... очень сильно помогают. Это очень прохаванные в этой теме вообще, в принципе, в хип-хопе, в музыкальной индустрии люди, которые играют на очень известных, мощных площадках. То есть они там выезжают там, в Европу, там куда-нибудь, там, в Париж, там еще. Короче, они очень ценятся именно в общем, сфере, уровень мировой, да. Там не то чтобы типа московский даже, я за это не говорю. Ну, то типа, есть, пацаны реально круто. Мирового. Погоди, но они оба теперь с вами гоняют? Или только выезжают, наверное? Ну. Магай непосредственно нас очень сильно поддерживает именно, ну, в плане по творчеству, он и по музыке там подсказывает что-то там, ну, да, Магай по большому счету это машина просто, вот, которая, ну, она просто тянет, я не знаю, нам такой человек давно нужен был, на самом деле, он очень прокачанный, он сечет, да, и... Мы его знаем. В общем, я рад движухе, то, что, ну, подписались такие крутые челы. С нашего города. И когда Нерок попал к нам в коллектив, мы очень быстро нашли общий язык. Если честно, я был удивлен даже настолько его творческим способностям, да, нежели просто тому, какой он человек. Да, человек очень крутой. Мы очень спелись. Светлый человек, очень позитивный, располагающий к себе. И это сразу повлияло вообще на весь вайб нашей движухи. Когда мы рядом, чувствуем себя абсолютно комфортно, и это очень круто. Это основа. Так, ну а лейбл какой-нибудь или что-нибудь такое появилось? Потому что наверняка и предложений было море, и вопросов на эту тему море. Все будет, надо ждать релиза. Мы пока не хотим раскрывать всех карт, но все будет. Да, это пока останется в таком секрете, наверное, скорее, чтобы людям было интересно. И никакие комментарии, хотим... где альбом, когда Битум Шакалака нас не заставят раскрыть нам все карты. Да, не то чтобы раскрыть, да, у нас нам надо подождать немного. Цвет, ну что, не вариант. Но мы уже удивим, согласись, когда мы скинем альбом. Постоянно эти сообщения, когда вам Шакалака. Я сам, в плане, чтобы все понимали, я сам жду свой альбом, понимаете? Ну, я не знаю. То есть вы прикалываетесь друг другу каждый день, так, этот, да, вопрос задаете, да? Типа, Азамат, когда альбом? Выходит, Азамат в прямой эфир выходит в Инстаграме, я ему со своего долблю, короче, там люди угорают. Покажи Эндшпиля. Покажи, говорю, Эндшпиля. Ну, это одно, когда альбом, типа, ну, такие приколы. Люди хавают, это прикольная тема. Сколько у вас теперь гонорар получается концертный? Зарабатывать нормально? Давай, раскрой все, давай. Сколько гонорар какого-то. Честно говоря, я даже не знаю, какой у нас там гонорар. Да, деньги не главное, на самом деле. Миллион тысяч долларов. Какие все секретные, а никто не хочет ни о чем рассказывать. Секрет. Ну не, ну зачем? Московская движуха будет стоить сколько? Ну 700 тысяч, да? Миллион долларов. Миллион, ладно, ну я не знаю, примерно так. Не, зачем говорить о цифрах? Цены, не-не-не, цифры, по-разному. Ты понимаешь, братан, чтоб люди понимали, не, что подожди, мы... Что вы говорите, что там, какого у вас гонорара, это надо понимать, какая площадка. Короче, мы подросли, грубо движ. Говоря, да, по гонорару. Ну, в этом и вопрос, то есть вы наверняка, когда поехали первый раз там прошлый год. Ой, ну это вообще отдельная история. Мы же там плата ездили, чё, вы уже как бы понимали. Да, ну это не секрет, в принципе. Это такое, не то чтобы нам неприятно, можно сказать, за это, ну как-то отвечать на этот вопрос. Естественный исход, мы выезжали, мы не знали, сколько мы стоим, в принципе, мы не знали, сколько мы людей собираем. Теперь мы это знаем, ну прям четко, ну сколько концертов. Вопрос за бабки, братан, что-то далеко. Не, я не хочу. Смотри, вопрос другой. На себя или все в семью? Всю семью. По-любому, других вариантов нет. На а себя? Какой план? На себя, ну, все... Все ради семьи, каждый, да. По сути, вообще, все это творчество, ты как бы посвящаешь, ты понимаешь, на что ты идешь. Ты понимаешь, понимаешь, ради кого ты идешь, да, на это, ради чего. Ради кайфа! А как же рэперская мишура там померится цепями, как пискай? Ой, да, не ну, такой тем, я не знаю, как-то... не мерюсь, у меня цепь длинная. Это портит наш вайб. Допустим, у нас есть своя позиция, свои интересы. У нас есть реально свой вайб. Мы представляем только свою музыку, вот в каком виде мы ее можем подать. Как, ну, это не там соревнования какие-то, там нету такого. Ну, слушатель есть слушатель. Лучше, хуже. Либо ему нравится твое лобло, либо не нравится. Либо он предпочитает там тебя. Там еще кого-то, либо ну, не слушает в принципе эту музыку. Мы скорее делимся. Да, да. Делимся. Да, делимся. Да, если как бы я... Происходит... Недавно коллаборация, да, типа, ну, происходит коллаб. Потому что мы недавно увиделись со Смоки.
И очень крутой чел, очень приятный чел. Для нас, чтобы вы понимали, это очень такой мощный человек. Да, да, да. Это легенда. О чем я говорю? Такой человек говорит: пацаны, вы молодцы, это дорогого стоит, никакие там, ну, никаких денег, какие слова. И о чем я говорю, это приходим к тому вопросу, ты спрашивал, типа, там, мериться. Нет, нет, тут все так обоюдно, прикольно, типа, ты увиделся с другим рэпером, и ты с ним поделился чем-то там, записал, ну, короче, новый говоря, трек. Мы, да, мы это... готовы двигаться только, ну, на респекте, на взаимоуважении. Да, 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 мериться, если мериться не человек наш. Ценит, ну, мое творчество, и также мне импонирует его творчество, из этого может что-то произойти. А если человек, который... Ну, да, не ожидает, мне, да. Ну, я его особо не слушаю, зачем он мне нужен, я не буду, а тем более зачем, да, типа, ну, люди делают там за деньги фиты, но это очень плохо на самом деле. Ну, люди, которые так делают, они по сути бывают в погоне за хайпом, я считаю, да. Ну, не более, нам хайп не нужен, ну, как бы. Где фиток с бабой? Ну, понимаете, очень плотный концертный график. График мешает, короче, пока. Не, не то чтобы, мы не проебываемся, у нас была задача в целом, мы когда увиделись с Бахой, мы обсудили совместный трек, планы. Договорились на том, что в начале года, там, в 2017-м, будет трек. Ну, понимаете, но мы не сказали, очень когда, много, да. Мы очень должны много увидеться. Работы, мы понимаем, какой это груз. Нельзя обещать, допустим, человек, да, что будет завтра. У этого послезавтра. Человека тоже очень мощная концертная программа, тоже очень плотный график, как бы и у нас также. Очень редко получается пересечься, там, побазарить по поводу творчества. Но трек будет однозначно, 100%. Мы стараемся делать это, ну, как только, так сразу. Материала у нас уже, наверное, на два альбома. На три даже, я бы сказал, да. Просто... Причем полноценный, не IP. Так, со звукарем... Когда вы успеваете, если вы постоянно катались? Братан, поезда, у нас в этом плане, да, у нас... Мы пишем везде и всегда. Автобусы, да. Трудолюбие — это, наверное, главный наш козырь. Козырь, да. Мы реально каждый день мы пишем, вот реально каждый день что-то, но напишем, ну, по-любому такая тема, и я считаю, что залог успеха именно в этом заключается. Но пишется все. Что вам сказать, я желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо. Всех остальных концертов также с аншлагом. Здоровья вашему, спасибо, товарищу. Спасибо, спасибо. Дай Бог, дай Бог. И давайте уже... Я в свою очередь хочу сказать вам, Prime Magazine, респект. Очень крутой движ. Они, да, посещают каждый наш тусняк. И ну, при возможности, что... в Москве, правильно? Да. Не что... каждый, ты... Ну, в Москве реально на каждый, каждый. Вот на каждый. Выезжают с нами везде, короче. Не, в Москве. Не, не, это понятно. Даже, да. Ну, в плане приятно очень. Не, приятно. Ну, конечно, они приятно. Не, спасибо вообще за то, да, что спасибо, вы делаете. Райму, это тоже часть хип-хопа. Вы, да, да. Именно такой, ну, это единственный журнал, ну, в России. В конце концов, ну, да, в конце концов. Это стоит отдать должное, да. Спасибо за то, что заметили нас. Попахивает, на самом деле, простые. Да, приоритеты есть все, ну и поэтому мы за эту движуху. Перспективы. Да, дай бог, чтобы она раскачивалась. Мы с вами, спасибо. Удачи вам. Спасибо. Райм Магазин. На связи. Заново жить, научись. Заново, бич.